На стадионе «Олимп» появится площадка для занятий бейсболом, лаптой и городошным спортом. Несмотря на то, что Северский стадион пока закрыт для посещения, работы по его благоустройству не прекращаются. Станица Северская всегда славилась своими спортивными достижениями. В последние годы большую роль в этом сыграл современный стадион «Олимп». Здесь проводятся занятия по таким видам спорта, как футбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика, большой теннис, бадминтон, настольный теннис, лапта. В теплое время физкультурой здесь может заниматься любой желающий. Интерес к старинной русской игре в городке не случайно. В северском поселении команда по городошному спорту существует уже 6 лет. Спортсмены являются чемпионами спартакиады Северского района и защищают честь муниципалитета на краевых соревнованиях. Открытие площадки создаст более комфортные условия для тренировок. Строительство нового объекта проходит на средства бюджета северского сельского поселения и завершится уже в ближайшие дни. Официальное ее открытие планируется после карантина.